Поеду его. О, стрим упал. Тут ничего не помню, стрим падает, что ли? Или упал уже? Что с интернетом вечно происходит? Стрим идет или нет? А, упал. Можешь сделать доброе дело? Вот этот телефон взять мой, вот тот. На окно поставить, оно там встанет. Не, на окно поставь. Да, выключи зарядки, поставь вот эту на вторую штучку. Вот, да, на нее ставь прям сверху. На окно прям. Выше, да. Вертикально. Поставь, да, вот так, да. Угу. У меня трансляция упала. Хер его знает почему. Не должна. Подожди, тут же я был, да? Да. А что же делать тогда? Что-то покрутили мы. А тут что? Да ё-моё, вот стоит, блин. А, ну тут я тоже был. Они по новой просто загрузили, что ли? Да эти не по новой загрузили, да и все. А вот это что, подожди. А это что? Ничего не понимаю, куда идти. Суки. Уже не могу расслабиться. Все меня хотят убить в этой игре. Все хотят меня прибить, понимаешь? Так, это что? Что сделать надо? Что-то надо подвигать, видимо. Так, а что здесь? Что, ломать? Ну ничего не надо ломать. Все как должно быть. Ладно, видимо, должно быть так. Пойдемте. Так, куда дальше? Угу. Понял. Нет, не понял. Так, и что толку? А, вот. Вот и толку. Ага. Ага. Водичка-то поднимается. Подожди. И что толку? Назад вернуться, типа? Или что? Не? Значит, назад возвращаемся, да?
видать. Господи, боже мой. Можно было перекрыть, да? Угу. Пятнадцать хп. Что? Я не обещал скинуть, я их скачивал. Сейчас. А я не буду их скачивать, я тебе их просто перешлю. А, нет, я тебе их скину, да. Сейчас, жди уже, жди, 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 жди. Жди, 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 жди. Нельзя никаких выделить. Блин. Ладно. Придется поштучно выделять. Так. Ура! Куча фото полетела. Кого? Толкнуть на себя две двери и будет открыто, да? Что сегодня интернет плохой очень. Меня это печалит. А что у меня 15 хп? Меня это еще больше печалит. Слишком, сука, сложная игра. Для меня. Вот опять эти суки бегают. Как они надоели уже. Какие же они мощные. Где жизни взять? Так, а куда же идти тогда теперь, а? Я не понимаю. Опять вниз, что ли? Может, там что-то откроется? Да нет, там ничего не откроется. Что там идти покрутили? Может, воду открутили, чтобы вода пошла? Туда, может? Подожди, мы тут были же, да? Не, подожди, мы отсюда. А это что? А, да. Значит, туда, видимо. Сюда, наверное, да? Просто сука. Жесть, конечно. Какая сложная игра. Десять жизней. Убил? Фух, наверное. Десять жизней. Ну кому скажи? Это еще что? Это они везде появляются. Дайте жизни, а?
6. Я официально заявляю. Это самая сложная игра, в которую я играл за 29 лет. За свои 29 лет. Сука, на каждом шагу, каждые 5 секунд тебя хотят просто убить. Это просто игра какая-то, вынос мозга. Реально. Жесть. Скучно? Почему? А ты что же, ты ж Майнкрафт, помню, играл, тебе нравилось. Тебе надо начать в игрушки какие-нибудь играть тоже. Для разнообразия. Потому что я тебе очень рекомендую, они классные, может. Так. Привет. А, так я ж это, на отдыхе. Мы же в Кавказских минеральных водах. С любимой поехали, ой, отдыхать. Поэтому у меня в Ростове-то и не было. Я только 10-го приеду в Ростов. Работать пойду. Вебка дергается, потому что я на ноутбуке играю. Ноутбук у меня на пузе лежит, поэтому не обращайте внимания. Так. Что я сделал опять? Ничего, что ли? Там воду поднял, тут воду поднял. Что изменилось? Как будто ничего не изменилось. А тут что? А, тут. Тут у нас что-то же. Что он сказал по-английски, а? Переведите кто-нибудь, кто успел понять. Пойдем. Да не stay here, ах. Cover me. У нас пробки сильные, да. Ну, раз город тот еще веселенький в этом плане, да. Да ну тебя в баню, не идет никуда. Ростов веселенький, да. Так, ладно. Танка Укс. Maintenance. Что, понятно кому-нибудь, что делать? Ладно, пошли попробуем опять туда сплавать. Может, что-то изменится. Потом сохранимся, перезапустимся вдруг. Что-то изменится, не изменится, не понимаю. Здорово, здорово. Может, что-то изменится. Наконец-таки. Не, рел-стримов не будет, они бесполезные. Про путешествия. Так, чисто для своих буду стримить, когда в новые места буду ездить. А пока мы уже все постримили в Кавказских минеральных водах. И синтуки только не стримили. Ну, скорее всего, мы их стримить и не будем. Как на жизни вести, чтобы жизни были? Я не могу уже. Я уже просто с ума схожу. Чтобы эту игру пройти. Так, заработал, да? Обратно, значит. 10 хп невозможно здесь. 10 хп, конечно, пройти этот кринж. Можно, но не в моем случае. Я слишком... Да, мы везде были, мы все стримили. Я все архивчики на ютубчик загружаю. Очень понравилось. Сегодня были... 2 раза были в Кисловодске. Сегодня офигенно там провели время прям с кайфом. Так. Сейчас, возможно, кто-нибудь появится, да? В теории. Не? Не помню, куда идти надо опять. Сюда? Пройди игру за 20 минут. Да ну ты шо? Дай бог хотя бы за 4, за 5 часов пройду. Да господи, куда идти опять? Какое она сложное.
Ладно, пойдем. Вспоминать, куда идти. Так, там я был. Подожди, а тут что? Тут что? Я запустил, да? Но... Тут я тоже все запустил, да, по-моему? А куда идти тогда? Тяжело, тяжело играть, когда не знаешь. Карты нету, тяжело. Могли бы карту и придумать, да? Это мы запустили тоже. Нет. Ничего не открывай, значит. Значит, не сюда. Ладно, пошли искать другое место. Место входа. Ладно. Понял. Ну, в теории, тогда, если мы везде были, значит, где-то тут. Где-то тут должно быть что-то. Здесь может все-таки. Вот тут может что-то. Так, может, мне надо куда-то его отвезти? Пойдем. Видимо, куда-то надо отвезти. Мне что-то дает, что ли? Вау. Let's go. Поведи меня, куда надо. Знать бы еще, правда, куда надо, реально. Привет. Не, я впервые играю. Я никогда в жизни в это не играл. Вообще не понимаю, что делать надо. Блин, там я был. Бррр, так. А это что? О. А, подожди. И тут я был. Сука, понастроят. А куда идти, хер пойми. Ну действительно, куда идти, ребятушки? Что? Что он сказал? Да эту херню я запустил тоже. Ой, ребята, пипец. Какая же игра все-таки тяжелая. Либо я тупой настолько, что я не понимаю. Ну я везде был уже, везде. Вот это что тогда делает? Вот эта штука. Куда ж тогда идти? Где врач? А, да. О, спасибо. Пойдем. За мной. Начало? А, вот здесь что ли? А, ну давай посмотрим. Может, ты прав? Да невозможно ее пройти, да? Вот начало Локи. Чё?
Оригинальный, конечно. Ой, пацаны, это пипец. Я все же... Да ё-моё, где я опять? О, подожди. Не? Не. Прозвонок. What you're doing? Вот именно что, what you're doing, ё-моё. Тут мы были, да? Может, сюда надо? Где ты там бегаешь? Иди сюда. А ну, показывай, что делать надо. Забодал. Показывай. Что это? Ты меня бесишь уже. Ой, боже. В другой стране мы там были 100 раз уже. В том-то и дело. Хотя подожди. А ну. Ну вот, что здесь. Может, его сюда надо привезти? Там я был, в этой дырене. Давайте еще раз сходим, ладно. Взял, сохранил, господи боже мой. Ну, видели, там ничего не было, в принципе. Здесь лет прошло, ну видишь, ты красавчик. Ну слушай, не надо, наверное, но... А куда тогда надо? Наверх подняться. Так там нельзя подняться, там воды недостаточно. В том-то и прикол. Там воды мало, видели? Воды нету почему-то. Так они открыты. Да, только 2 крутилки. Это пипец.
Что-то еще не сделал. Ну, пойдем искать. Пойдем искать. Пойдем искать. Воду спустить в маленьком бассейне? А. Можете, попробуем. Так, тут мы что? Воды не хватает? Ну, походу, не хватает. Так, окей, воды не хватает, да? Воды. Так, а где там воду можно было спустить, не помню. Пошли сходим. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну вот вода. Допустим. Где краны? Тут крана нету. Так, ладно. Тут я нажимал. Тут она вот как бы нажалась, и вот все вот так стало. А тут нельзя спустить, наоборот. Она тут поднялась. Да, я видел, кстати, эту схему, но я не понимаю, что нужно. Не понимаю вообще. Хорошо, пошли дальше. Тут вода, то... Подожди. А, нет. Нет, тут тоже ничего делать не надо. Никаких кнопок нету. Ладно. Пошли тогда посмотрим в другом месте. Стоп. Вот тут я не был, да, еще? Был, но... Пошли еще раз сходим, ладно. Проходила тоже, реально. Ну, не надо стрелять. Ладно. Так, хорошо. Краник этот крутил здесь эту паровую хрень вон ту. Вот мы приходим теперь вот сюда. Тут я тоже нажимал. И тут я все нажимал. Вода пошла. Ну, собственно, все. Maintains access Танкаукс. Танкаукс. Ой. Та, ё-моё, господи, какой же он быстрый. Так, ладно. Танкаукс.
Что за танк АУКС? Танк АУКС. Ни кнопок. Ни черта. Ну хуета же полная. Ну нет разве? Полная хуетень. Я не матерюсь, но я ничего не понимаю. Вот это придурок, что ты? Можешь что-то сделать, мне помочь как-то, нет? Заходи сюда. Сделай что-нибудь уже. Ну сделай что-нибудь ты. Ой. Ладно. Пойдемте по-другому сделаем. Решим этот вопрос чуть-чуть по-другому. Раз такое дело. В окошке. Да смотрел я. Это ж вот это самое место, где мы находимся. Ладно, давайте по-другому пройдем. Не хочет по-хорошему. Так, направо. Направо. Сейчас я кое-что сделаю. Чтобы так вот это уберу пока. Сейчас я немножко небольшой прыжочек сделать. Сейчас извиняюсь. Так, как там? Ага. Так, и гравити. Один или как там это делается? О, полетели. Полетели. Так, выключаем. Сейчас, извиняюсь, выключусь. Так, выключаем. Ой, все равно летим. Упс. А как теперь выключить? Так, теперь это мульт у меня не отключается, да? А, все, спасибо, я понял. Стандарт. Все, ништяк. Ну, будем считать, что... Ну... Нельзя было так сделать, но я же хотел догадаться. А, все, игра вылетела. Не успела сохраниться. Или успел? Она постоянно вылетает почему-то, когда так делаешь. Надеюсь, не забанили. Сейчас загружусь заново. Сейчас запустится игра. Да, это прикол. Ой, оно бьется. Почти попал. Ладно. Это самая сложная игра, на которую я играл. Thank you.
Какого паркуриста? Что за паркурист? Я не помню. А, я понял, на в котелке который, что ли? Который... Он ляп, конечно, сложнее намного. Хорошо. Очень хорошо. Ладно, сюда, значит. Здорово. Ой, ладно. А что дверь не открываешь? А, вот, конечно. Пойдем со мной, пойдем. Пойдем. Вы видели, кто там был? Этот был, как он там называется, этот мужик? Гейб Ньюэлл, по-моему, или как его зовут? Тварь конченая. Взял, прибил мне мужика. Пойдем. А, G-Man, да, точно. Пипец какой-то просто. Ты. Порталы. Так работает портал. Причем Меладзе? Это я придумал от балды. У тебя в прямом автомате есть. Да, но в этом именно сейчас нету, видишь? Закончились. Вообще, да, есть. Да, хорошо. Блять, сука. Пиздец, сразу какой-то. Жесть. Не, игра не для меня. Слишком сложная игра для меня. Нельзя херню закрыть как-то, чтобы она дымила, не понимаю. Дымит и дымит. А, во. Чего я сразу так не сделал? Ай, ёб твою мать. Сука, конченые просто какие-то, блядь. Это пипец. Так это сложность нормал.
Козёл, твою мать. Козёл. Это козлина какая-то. Какие тяжелые мобы. Жесть. Суки, вот этих мобов я ненавижу. Не знаю, как их еще с ними бороться. Да, это реально жесть. О. И смысл. Смысл всего этого был, подожди. Хуй-та. Блин. Ну я, короче, по приколу, да? Да сложная игра, нереально сложная. Я привык в казуалке играть, где тебя за ручку водят. А тут думать надо везде. Жесть. Я тупой просто для таких игр немножко. К сожалению. Так. Что тут делать надо? Так, хорошо. А дальше куда? А. Непонятно. Сюда? Нет. Не поймал. Как я его поймаю? Он убежал. Нам сюда надо или не сюда, не понимаю. Может, надо куда-то прыгать в воду? Где, вот сюда? А, нет, не сюда. Не обращайте внимания, будем считать, что этого не было сейчас. Так, видимо, не сюда, да? А кого ловить тогда надо? Пошли поймаем. А подожди, мы его не смогли поймать, да? Что не так с порталом? Ну вот мы... Ой, ёпта мать. Так, хорошо, значит не сюда, да? Не, сюда не надо было. А, подожди, мы тут были. Там ничего нету. А тут что? А, вот сюда, наверное. Стоп, нет. А, все, вспомнил куда. Вон туда, вперед, пойдем. Так, тут порталы. Мы ж тут не были, по-моему, да? Были. А куда тогда? Сюда? Нет. Сука, какая тяжелая игра. Привет, привет, рад видеть. Какая она, сука, тяжелая все-таки. Блять, опять думать, что делать. Я манал думать столько уже. Как туда попасть?
другую игру, ну в смысле другую, сдаться что ли? Я не могу сдаться. Я что, слабак что ли сдаться? А, стоп. Я походу понял, что делать надо. Стоп, я понял. Или нет? А что наверху тогда за портал вон то? А, во, я понял. Блять, я понял, что от меня надо. Пацаны, я забрался. Какой я, все-таки, какой я умный. Я думал, я тупой. Ну нет, все-таки не тупой. О, хорош. Так, куда надо? Привет, мужички. Отойдите, придурки. Простите, осуждаю, простите меня, не обижайтесь. О, хорош. Опять? Дайте понимать. Да, сам Эйнштейн. Тут мы были, да? Или нет? А, вот тут мы еще не были, подожди. А, были. А в пятом были, нет? Были, в пятом были. В шестом не были. Да? Что за хуйня? Стоп. Что там были? Блядь, на какой шестой, да, я сказал? Ну вот, за сотку. 2 года назад это было. Ну хорошо, а куда тогда идти? Да в шестой надо идти, в шестой. Надо куда-то отпрыгнуть, видать. Да блядь, типа. Фух. Теперь не надо. А куда надо, сука, тогда? А, в пятом не был? Где ты пятый увидел, подожди. Где пятый? А, ну да, пятый вижу. Как не был? Был или не был? Был. А, ну я вон там не был, да, вот здесь. Был. Сука, да везде я был уже. Там все опять, блядь, надо ребусы вонючие собирать. Ой. Да отойдите вы, встали. Пошли уже куда-нибудь. Да пойди. Ай, ну вас баня. Придурки. Ой, боже мой. Фу. Туда как попасть наверх? Вот это что ли? Просто дурка, блять, не игра.
Куда? Как туда вот забраться? Да были мы в четвертой уже. А, не были. Спасибо. Спасибо за инфу. Что-то я тупой слишком, видимо. Говоришь, тупой. Восьмой. Господи, давайте в девятый уже. Не могу уже. Где там конец этот? Это конец был? Бог ты мой, господи, боже мой. Так, ну хорошо, и чё? Чё за муч? Чё за херь? Чё делать надо? Твою дивизию. Я открыл дверь. Куда дверь открыл? Сука, нельзя было попроще игру сделать, а? Почему 24 года назад ее так? Блять, это пизда. Меня жизнь к этому не готовила, понимаете? Что я должен просто... Чего открылось-то, я не пойму. Ничего, что ли? Наконец-таки. Можно было еще дольше это открыть? Блять, это пизда просто какая-то. Наконец-таки. Опять. Бля, вы чё, реально издеваетесь, что ли? А, подожди, это что-то другое уже. Опа. Пойдем. Ура. Что-то новое. Меня пустить можете? По-братски. Страшно, очень страшно. Быстрее, быстрее. По загрузкам игры. Ну, походу, да, побил. Ой. Да, да. Да, да, да. Created by the intense concentration of a single powerful being. You will know it when you see it. I hate to say this, Gordon, да. But you must kill it if you can. Of course, you owe us nothing, Mr. Freeman. But you've come this far. You know as much about these creatures as anyone. Not to know that if you don't wipe it out, there won't be much for you to come home to. Yes. So... If you're willing, my colleague is waiting for you at the main portal controls. He will open the gates for you, Mr. Freeman. Do hurry. Don't forget to gear up, and I'll cover you while you're waiting for that portal to warm up. Да. Конечно, конечно, да. Ух ты. Вау. Спасибо. Боже мой. Вот это мне уже нравится. Типа сейчас жопа будет прям или чё? Понял. Твою дивизию. Пиздец.
очень страшно. Это первое. Второе. Посмотрите на этот масштаб. 24 года назад. Как, сука, могло такое в голову забрести? Объясните, пожалуйста. Hello, Freeman. I'm up here. Practice your long jump if you must, but hurry up. Чего? Куда джамп? Ага. Вижу. Джамп. Что дальше? Туда, что ли, надо? Что-то мне подозрение, что туда не надо, да? Ладно, ждем. А, подожди, а вот это что? А это что? Жди, где стоял. I can open the portal now. The process is complicated. Once it's begun, I must not be interrupted, or I will have to start all over again. Don't enter the beam until I give the okay. Understood? Пиздец, как страшно. Почему, значит, до 24 года ни разу я не играл в нее? Она такая охуительная. Ну, конечно, нервы потратила пипец. Я чуть не обосрался пару раз от этих от крабов дурацких, которые выскакивают с каждого угла. Матерь Божья. Что происходит? Господи, боже мой. Блять. Я чуть не усрался опять. Можно попроще игру делать было? Почему, сука, так все тяжело? Чем их долбить, я не понимаю тогда. Ты девушка или может? Пипец. Надо было стоять, в смысле надо было стоять, не трогать типа их, значит меня убили бы тогда. Не надо. Да не, надо, ты чё? Так мы пройдем ремейк, пройдем. Ой, ой, блин, я ученого чуть не убил, да? Бывает. Так, по-моему, убили кого-то, да? Ой, блядь. Я сейчас усрусь. Ну, от страха в плане. Не в жизни. Это... А, блядь. Я все проебал. Я все проебал опять. Привет, я понятия не имею, финал, не финал. Я никогда не играл в нее. Куда прыгать, в смысле? Что position? Какой position? Конченые конь. Фу, блядь, ебаные, блядь.
Как они заебали, блядь. А, надо прыгать было. А чё, чё вы мне не сказали, что надо было прыгать? Когда прыгать надо? А, вот это что ли? Блять! Сука, какая нахуй тяжелая охрана! Сука! Летающие выбудки! А, желтый, я понял. Сука, бублитки, реально. Фу, блядь. Go. Боже мой. What the hell? Охуеть. Нихуя себе, блядь. Нихуя себе, блядь. А, так, и что делать надо? Ага. Куда прыгать-то? Проходи. Кстати, оригинальная халфа из двух видов. С мало-моделями и ремастер. Там модели лучше, текстуры лучше официально. Да я знаю. Пробел плюс Ctrl. А как? Кого? А как им пользоваться? А, вау. Спасибо. Да, опять эти придурки появились. Да, Блять, ну я ж нажал. Сука. Блядь. Да, блядь. Вот же хух. Блядь.
Куда, сука, идти надо? Все, разобрался. Все, разобрался, да. Ctrl, потом пробел. Ты, тварь, откуда тут? Подожди. Блять, уже забыл. Какой же я все-таки... Умный. Да, умный, конечно. Очень умный. Блин. Одна жизнь, серьезно? Это что, он не ап, что ли? Что не так? Тьфу. Тьфу. Да ёб твою мать. Это пиздец, просто, а не игра. Вот, а походу он ляп, с чего с этого ли забрали. А нахуй! Я не могу в эту игру играть, это полный пиздец. Кто ее придумывал? Да бля, почему так мало жизни? Куда идти? Интересно. Вау. Понятно, я придурок. Я понял. Пизда. Да я прям, мать, какой же Ваня все-таки игрок нас профессиональный. Я в шоке. Да, блин. Куда идти? Куда идти? Сколько раз я загружаюсь за игру, и это полный трэш вообще. Куда идти? Сюда, что ли? Нет. Кнопку на быструю загрузку поставь. Да я не знаю, как ее вставить. Понятно. То есть надо догадаться, да, что сделать надо еще? Опять догадаться. Какой же я должен быть догадливый, да, чтобы все догадаться сделать? А, там надо было залезть в дырку? Понял. Сейчас пойдем. Дырка? А. Опа. Сюда? Это еще что? Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Боже, как стрёмно.
Боже мой. А, я туда пришел. Это что еще? Слышно, да, было? Блин, господи, напугали. Портал? Кто-то лжец. Боже мой. Понял. Убить его надо или что? Что делать надо? Господи, это сперма? What the hell? Ой. Не буду кричать, извиняюсь. Это что? А, это жизнь восстанавливать? Понял. Босс файт. Мама родная, господи. Боже мой, тогда я попаду по тебе. Не бьют. Ха. Да, точно. Какая же стрёмная хрень. Пипец. Боже мой. Я уже проголодался из-за этой игры. Это финал? Да я понятия не имею. Я ж никогда не играл в нее. Наверное. А тут что? А, понял.
Да, жестко. Мне кажется, надо что-то другое сделать, не так. Я думаю, что-то другое. Что-то не так делаю, видимо. Чем я его бью, я не знаю, что делать. Видимо, что-то надо другое делать. А, чтобы таранил. Это? Нет, это Half-Life. Конченый. Понял. Кого таранил, сука, как он должен таранить? Что с этой гадостью делать? Объясните, пожалуйста. Бить все-таки? Скриптовая, я понял. Как он смешно прыгнул. Ой. Ой. Это было больно. Можно не так больно это сделать. Тварь. Сразу был. Не, ну это просто, у меня слов нет. Бля, там ты стоит. Да господи. Сейчас сдохнуть должен. Блять. Конченые, конченые.
Рот ебал, честно, это прохождение. Сука, тяжелая игра. Да сдохни ты уже, господи. Бля, выблюдок, просто выблюдок конченый. Выблюдочный, бля, выблюдок. Фу, нахуй. Прыгай ты за ним. Фу, блядь, твоя ебаная. Что это такое? В смысле бесконечно? Она же бесконечна. Меня бесит. Провалился, тварь конченая. Наконец-таки. Фух. Просто конченый. Да, ёб твою мать, эти ещё сукины дети. Господи, да сколько вас? Идите нахуй, заебали. Съебываем. Сука, эти мрии, блядь, еще нападал. Таркана хуевая. Как тут не материться? Я в эту игру уже играю. Прохождение это минимум... Сейчас скажу, сколько. Сейчас скажу. Знаете, сколько я уже прохожу игру? В общей сложности.
Сука, 6, больше 6 часов, блядь. Не могу эту залупу, блядь. Осуждаю себя, офигенную игру невероятную. Это пиздец, блядь. Игре до 4 года, я, блядь, ее не могу за 7 часов пройти. Боже мой. Что? Это, блядь, еще что такое? Жесть, а кого бить-то надо? Ой. Ой. Отдыхаю. Я в отпуске в Крымских минеральных водах. Фух. Бить надо. Кто мне объяснит? Эти штуки бить надо, что ли? Класс, попал. Шикарно попал, конечно. Что делать надо? Что делать надо? Ага. Понял. Вот что делать надо, да? Ага. А тут не надо быть, да? Понял. На остров. Чего не прыгает? Какой гравити? Как этими штуками пользоваться? А как я прыгал вверх?
Где портал? Пойдем. А. Так а что прыгать-то надо куда? Еще птиц. Понял, да. Теперь понял. Да отстань ты, блядь. Мало жизни, пиздец. Не, пацаны, это полная пизда, не игра. Лучшая игра в мире. Отстаньте от меня. Да я вашу мать. Да кто стреляет? Сукины дети. Какой-то пиздец просто, блядь. Боже, блин, опять эта херь. Да сдохни. Трэш, просто не игра. Сука, чуть не обосрался. Что так пугать-то? Так, и что, толку мы его прибили? Понял. Так, и зачем? Для чего это все делалось? По фану? Thank you.
хуй-то. Можно было одну использовать. Спокойно. Боже, это уже чёрт, чужие, вот это против хищника, что ли? Где я нахожусь? Так, а куда идти-то? Бессмертный? Не понял. Тварь. Видишь, он бессмертный был. А, теперь понял. Блин, а куда дальше? А, вот здесь. Слишком много. Вот сукины дети. Жесть. Это полная жесть. Кого?
Что ты орешь? Ничем не воняет. Ничем не воняет вроде. Ты что, с ума сошел?